В седьмой раз собрал юных спортсменов турнир по дзюдо памяти сотрудников аршанской милиции, погибших при исполнении служебного долга. На сей раз на турнир приехали команды из 10 городов – Дубровна, Орша, Витебска, Полоцка, Могилева, Новополоцка, Кобрина, Минска и из Великих Луг Российской Федерации. Минуты молчания почтили память сотрудников аршанской милиции, погибших при исполнении служебного долга. На открытии соревнования присутствовали родственники героев. Ирина Николаевна Горенькова, дочь Николая Александровича Бородавка. Я считаю, что все родственники погибших работников милиции благодарны за ту память, которая хранится в отделе милиции. Соревнования не только нужны тем, кто у них участвует. Это память о тех, кто ушел с этой жизни при исполнении служебных обязанностей. Их нужно проводить регулярно, расширять, популяризировать. И это дает самое главное, воспитывает молодое поколение на нравственных традициях, которые существовали во все периоды. От всей ветеранской организации хочу одно сказать, что мы очень рады, что есть такой турнир, что он существует. Хотим, чтобы он и дальше существовал. И мы всегда будем помнить этих людей. На турнир приехало 130 мальчишек в возрасте от 10 до 12 лет. Это впервые в истории турнира, что в нем принимают участие столь юные спортсмены. Но, несмотря на это, на ковре и возле страсти кипели совсем не детские. Данный турнир важен как в патриотическом воспитании молодежи, подрастающего поколения. Ну, также необходимо отдавать честь, долг, память тем сотрудникам, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей, стоя на охране общественного порядка жизни и здоровья нашего населения. Любые соревнования, любой вид спорта важен. Это здоровье нашего подрастающего поколения, здоровье нашей нации. Ну и, безусловно, дзюдо – это тот вид спорта, который, возможно, безусловно, пригодится подрастающему поколению при службе в органах внутренних дел и вооруженных силах Республики Беларусь. И пусть не все из участников турнира свяжут свою судьбу с профессиональным спортом, навыки и характер, полученные на тренировках и соревнованиях, несомненно, помогут им в дальнейшей жизни. Ну а на этих соревнованиях лучших своей весовой категории наградили медалями и кубками. Подобные соревнования очень важны с целью воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, увековечения памяти работников аршанской милиции, погибших при исполнении служебного долга, и популяризации дзюдо как вида спорта. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф».